Всем привет, друзья! Рад вас видеть. Сегодня мне стукнуло 36 лет. Я искренне благодарю вас всех за поздравления, за кое-какие донатики и много сообщений. Буду стараться ответить абсолютно на все. У меня есть подарок от Павла Казакова. Мы сейчас его с вами откроем. Как на наши именины испекли мы каравай. Вот такой выщены, вот такой ширины. Я сегодня проснулся, у меня хоть немножко тепловый так, но я перегрелся. Захожу на кухню, и стоит подарок. Чайник заезжал, просто пока я сплю. И я такой зашел, я честно смотрелся, не ожидал, что такое. Покажи, пожалуйста, Машу. Самое дорогое, с днем рождения, Джаник, пусть будет жизнь такой же сладкой, как этот торт. Девочка делает тортик, мы уже пробовали один от нее, теперь она знает полностью мои предпочтения. Я уверен, что она меня прям порадует. Спасибо. В жизни все будет хорошо. Артур, он мне сегодня тоже позвонил, говорит, зайди, брат, зайди, брат. Артур, я постараюсь. Слушай, а как актуально и Инстаграм, ВКонтакте, и Ютьюб, еще телеги не хватает, и покажи вот это, мы сейчас просто это же разрежем. Вот прям, Маш, подведи и нажми на кнопочку сфоткать. Или давай вот так и вот, вот меня так с тортиком, а? И покажи этот, как, на кого подписываться нужно, обязательно. Блогер Ютуб Юрий Азаровский, Инстаграм Юра. Офигеть, вообще, вот это детализация. Ребята, круто. Можно мне фоточку? Джаник занимается расселением, прям вовремя позвонили, побежал срочно отвечать, помогать вам, но я пока без него распакую, так мне надо, подарок от Паши Казакова. Там еще на самом деле идет еще один подарок, и сейчас мы с вами удивимся, очень много было предположений, я в Телеграм выкладывал, когда я его забрал, что мне пришел подарок, и было очень много предположений, что это может быть. И сейчас мы с вами проверим, что это. Смотрим, что здесь. Пакет. Вот это крутецкое тело. Маша, будешь плохо себя вести. Да-да-да. Короче, как самурайский меч, ложка для обуви. То есть, да, вот чпок. Очень удобно, клевенько. Слушай, Паша, спасибо большое. И в лице Паши благодарю всех ребят, кто поздравляет. От души вам всем ощущаю спасибо. Прикольно, как тебе? И качество, смотрите, какое. То есть, ну, вещь такая, как на всю жизнь хватит обувь обувать. Ножичек помыть. Знаете, все равно замиранием сердца. Точно, она сделала тот тортик, который мне больше всего понравился. Я был в гостях, и у нее там было много вариаций, которые можно будет попробовать. Большая молодец. Сейчас вместе с вами кусочек продегустирую. От души. И Джанику спасибо, здесьнице спасибо. Видите, он такой вот, как розовый, очень вкусный. И он мне очень нравится, вот не сухие, как же, а вот именно такие вот, как влажненькие. Это красный корджи и крем-чиз называется. Видите, это кусок уже Маша утащила. Кушаем это опять. От души всех благодарю. Спасибо за теплые слова. Надеюсь, вечером мы сегодня с вами еще все увидимся, здесь получится. Всем лайк и пока-пока. Спасибо за подарок.